Осеннее море спокойным не назовешь, но местных экстремалов это не останавливает. Они покоряют волны на водных мотоциклах. Их аренда подорожала. Берут не только за транспорт, но еще и за погоду. Причем за любую. Полиция при помощи активистов обнаружила участок, где выращивали коноплю. Тысячи кустов. Правоохранители урожай собрали. А через границу попытались провести 6 тысяч психотропных таблеток, но пограничники были начеку. А вот на чем были контрабандисты, пока выясняется. В Пале-Рояле в квартире начали строить кафе. И в палисаднике напротив окон жильцов тоже. Документы никто не показывает, скорее всего, их нет. Кофе в постель – это, конечно, приятно. Но когда его приносит чужой человек, это вызывает совсем другие эмоции. В Измаиле открылась выставка «Микро-миниатюр». Желающих посмотреть оказалось немало. Правда, не все из них рассмотрели, за что платили. Такое вот микро-разочарование на выставке.